Т-образный перекресток. Классный микрорайон. И здесь начинается улица Бабушкина. Чем примечательно это место? Здесь впереди находится 74-я школа. Один из центров. Ну, дети ходили в школу. Потом сбивались в банды молодежные. И здесь, на этих двух микрорайонах, было две молодежные банды. Одна называлась Красная Армия, другая Молодая Гвардия. И вот, вот эта школа, она была центром одной из них. Вот место это.